Всем привет, меня зовут Алиса. Я являюсь студенткой China Campus Network. Я учусь в Шанхайском университете на факультете журналистики и коммуникаций. Ну вот начался новый учебный семестр, все студенты очень волнуются, поэтому я хочу поделиться с вами списком вещей, которые понадобятся вам в новом учебном году в Китайском университете. Давайте начнем. Первый предмет в нашем списке – это прочный рюкзак. Вы будете носить учебники и личные вещи, поэтому выбирайте что-то удобное и функциональное. В зависимости от вашей специальности, вам нужно будет приобрести учебники и тетради. Запасайтесь также ручками, карандашами, блокнотами и другими расходными материалами. Теперь перейдем к покупкам для общежития. Купите комплекты постельного белья, включая простыни, подушки и одеяло. Если у вас есть доступ к кухне, приобретите кастрюли, сковородки, столовые приборы и посуду. Проверьте, какой тип розеток используется в Китае и приобретите соответствующие адаптеры. Ну вот и все. Я надеюсь, что эти советы помогут вам лучше подготовиться к новому учебному году. Если у вас есть какие-нибудь вопросы или свои собственные советы, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Подписывайтесь на канал China Campus Network, чтобы больше узнать о высшем образовании в Китае. На канале мы делаем разборы китайских университетов и рассказываем о жизни иностранных студентов в Китае. Удачи вам в новом учебном году, до новых встреч!